Рик, ты все нашел? Да. Я не сильно врубился, но сейчас пятая. Куда нам смотреть? Вон, база, видишь? Вон они бегают на крыше. На крыше тип. Испали. Угу. Понял, да, будка такая на крыше левая, он за ней. Черная фото. Полицейские перевозили конвоем заключенных. Наши союзники устроили им засаду и ожидали. Нам нельзя было открывать огонь первыми, поэтому мы ждали приказа, когда можно будет атаковать полицейских в данном участке. Ты всех видишь? Там уже нашлись медики. Крыши только вижу. Ничего, здесь за казармой вот этой двухэтажной серой СУФ стоит. Около, видишь, проходная красная крыша. За ней стоит СУФ. И они там что-то или врубятся от него, или бегают. И там же еще полицейская тачка, тоже вот на ней они ездят. Что-то едет, блядь. Что за тачка была? Хрена узнает. К ним едет, походу. Да, это военная, это их нет. А если они будут пытаться уехать, по ним можно стрелять? Ну, по сути, нужно. Они могут уехать только когда атака совершилась. Сейчас он грузовик, видишь, он проедет аэро. Вот черный флажок поставили, атака, где Телос. Там они на него нападут. По сути, нам Мурлок должен сказать, и мы можем вот этих крепчиков отрабатывать. Слышали, да? Что, по машине работает? Давай. Можно работать. Они еще не выехали с базы с нашей. У них во дворе, да, машина стоит? Да.
Челика в окне. Да. Будешь по нему работать? Он сейчас у меня закрыт стеной, проемом. Блин, попробовать по нему стрелять. Убрал его. Задымляют. Могут выехать. Они выехали. Вижу. Нам надо отступать тогда к нашим, скорее всего. Давай уходим туда. Слышишь там, Морлок? Что же это? Мы идем к вам на запад. Идите к нам. Только вот здесь высадился Хаммер давно очень. Все аккуратно. Морлок, засыпь. Там шайтан над собой Рик подловил. Приземляется, по-моему. Садится вроде. Да. У меня, короче, пулик есть теперь. А Шайтан, ты слышал с собой? Можешь повторить? Он говорит, пулемет у него теперь. Это вражеский пулемет? Ну да, видимо. Нет, вражеский пулемет его давит или он залутал? Залутал. Но оптику только со своей эмки принеси, если тебе не нужен спрос. Я на него и надел. Короче, возвращайтесь как можно скорее. А что, они снять не могут? Как бы. Можно пахнуть. Здрасте. Дрец, вот. Фига ты модная, блин, кепка наоборот. Да. Все сели по машинам. Нет, еще. К красной машине подхожу какой-то. Да.
Нога минус, проверяйте. Соф, ты заведённая? Да, да, да. Надо полечить. Они плескивались? Были плеск, сейчас уехали. Кого полечить в машину? Нет, нет, не могли. Етич. Это шо, блин? Помогите. Блять, по нам стреляют, по-моему. Это верт, походу. Че ты говоришь? Все? Окей. Короче, так, передвину. Короче, там, смотрите, на юг от синей метки идет кишка. Выдвигаемся на юг, знаем, под контроль идет кишку. Кто в синей форме, там возле тебя? Ты... Да, 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 я вижу. Так, убили сейчас кого-то из наших. Никуда ты не идешь, куда ты пошел? Сядь в дом, блядь, и занимайся общим планом. Север города убили кого-то из наших. В доме прямо внутри. Хорошо. Контроль Рига. Жень, там контроль север. Я другой. Контроль север. Дэгим тоже могу быть. Остальные. Второй. Второй КВ. Шайтан, видел, там, видел, видел, да. Рик, на ты? Рома. Да. Рик, у вас есть вариант в город вернуться? Шайтан. Да, да. У тебя близко пока нет? Да, я могу вернуться. Возвращайся. По мне работает. Шайтан, оттуда можете уйти? Ко мне, на меня. Пробую. У меня выхода, по-моему. Опять промазан. Выйдут. Я выбил. Все, мне там еще брат есть, юго-запад. Город тоже смещайся. Оставайся в западной части города, в центр не лезь. Так, снайпер сместился севернее. Вот где-то вот тут в поле. Рик, ты понял какой-то... Вон он побежал по полю снайпер. Где
Да. Рик нашел его. Там вот он, на моей ветке, Софи, подвижусь. Там чел летел, то ли мурло, то ли... Улетел противник, я ему дал плюху. Angry Birds, блядь. Софи, давай сюда быстрее, на мою ветку, Рик. Еду, еду. Да-да-да-да. Он по нему два магазина всадил, я не знаю, скорее всего, минус. Ну попробуйте. Володю ранили отсюда, смотрите. Куда? Грузи. С поля, говорит. Не, мурлок в конце. Ты? Я работал. Юго-западный от нас метки, актуальные синие, там до хера. Блин, меня кто-нибудь в машинке бы прикрыл бы еще. Да-да-да, я работаю. Бежишь ты? Бегаю, нет. Я бегу. Хотел бежать. Там еще оттуда идут юго-запад, очень много. Снайпер откуда-то лучше. Тебе? Где-то тут прилетает. Далеко. От вертушки можно. Не-не, это нормально. Вы с города все ушли, да? Ты можешь? Я лечу пока Грозного. Окей, хорошо. Проверка. Слышно. У них сейчас высадка какая-то будет. Мне, видимо, на вертушке еще сейчас высадят чел. Они упали. Не высадят. Машинку чуть перегони. Сбил вертолет. Ругайтесь. Мент, помнишь, что это закорежный вертолет? Мрап не пробивается, да? Я из пулемета по нему зашел. Меня опять ранили на моей. Софья. Ты сможешь подлечить? Да. Ну, срань. А, да, уже нифига. Грозу, у тебя безопас? Может, на юго-западе от тебя, если ты в камыши идешь, на юго-западе от тебя прям низинки враг. Добей его. У них белые футболки есть у противника? Нет, не должно быть. Только наш. Он по мне стрелял. По мне работает кто-то. Мрап за нами! Уводите его. На вас вид... Не надо! Да убейте его и мой! Чем? Чем? С пулемета стреляем в лобарь.
Ранен. Шайтан, живой? Пинтуюсь на актуальный. Нет, тут опасно. Но я все равно приеду. Да свой, ёлки-палки. Меня видишь? Да-да-да, прямо передо мной. Я ходить не могу. Живая? Да, да, да. Подожди, сейчас я упал. Вот. Вот тут. Ты мне ногу можешь зашить, Соф? Давай, давай, попробуем. Давай задымим машину. И сядем, быстро залечишь. Метров 20-30. Ну, камыши прям. Чисто камыши. Заросли. Да нет, вроде. Теперь очень далеко. Вот чуть ближе камыши, которые... Если вам понравилось видео, не забудьте подписаться на канал и поставить лайк.